Бойцы ее в боях ковали, тылы посильно помогали. Спасибо деду за победу, а бабушке за помощь деду. Это лишь некоторые четверостишья про трудовой фронт. Ведь все знают, как было на передовой, но лишь некоторые знают, каково было в тылу. Именно поэтому в Музее истории Бурятии открылась выставка «Наша победа. День за днем». Здесь, на данной выставке, мы и показываем наших земляков, которые сделали все для победы. Выставка освещает разные предприятия: авиазавод, стекольный завод, джедино-комбинат, рыбная отрасль, врачей, культуру и многие другие. На выставке рассказывается о судьбах наших земляков. На выставке можно увидеть предметы, фотографии и документы наших земляков. В начале войны не хватало очень многого. Например, в Бурятии из конского волоса делали нити. Для витаминов С использовали облепиху. Использовали мох, использовали другие детали. Так вот, не хватало многого, в том числе и бинтов. Поэтому врачи, использовав бинт, стирали их и на вот эти восьмерки наворачивали бинты после стирки, чтобы потом можно было использовать их вторично. Также можно узнать, в каких зданиях нашего города располагались госпитали, где производили боеприпасы и многое другое. Некоторые предметы вот как раз посетители смогут подержать в своих руках. Выставка приурочена к 77-й годовщине Великой Отечественной войне. Эдуард Жамсаранов, Николай Манджуев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».